Доброе время суток! Перед вами видеогайд по установке и настройке пропер для Steam-версии Half-Life 2. Итак, в наше время актуальными остаются две версии пропер, 31-я и 2013-я сборка. Для Half-Life Steam-овской версии нам потребуется последняя. Распаковываем скачанный архив и находим два файла – компилятор и файл конфига. Далее копируем файлы по вот такому адресу. В данный момент никто не запускает Hammer из официального SDK, а все работают прямо из папки bin в игре. Запускаем редактор. Сначала настраиваем конфиг, чтобы в нашем списке Entity появились объекты пропера. Game Configuration, находим кнопку Add, выбираем файл proper fgd. Тут мы закончили, и теперь можно найти новые Entity в нашем списке. Настраиваем компиляцию, жмем F9, режим эксперта, редактируем список вариантов компиляции, добавляем новый. Теперь нужно задать ему команду и параметры. Нажимаем на кнопку Executable и выбираем Proper.exe. И задаем ему следующий параметр. Его я оставлю в описании к видео. Proper готов к работе. Благодарю за внимание.